В Искитимском районе завершился открытый фестиваль детского технического творчества. Он включал в себя несколько соревнований для дошколят и школьников. Заключительным этапом стал конкурс соревнования «Мы конструируем будущее». В сегодняшнем конкурсе принимают участие 9 команд со всего района, а также участники из Бирска. Их распределили по 6 творческим лабораториям, где ребята должны выполнить индивидуальные работы. Каждый ребенок выступает за честь своей школы. Каждый ребенок в своей лаборатории займет какое-то место. Вот. Потом после этого будем подводить итог, складывать, они баллы будут зарабатывать в этих лабораториях. Помимо того, что у них личный зачет, еще идет и командный зачет. То есть они приносят баллы своей школе. В лабораториях ребята создают мультфильмы, проводят химические опыты. Участникам конструкторских лабораторий предстоит не просто изготовить авиамодели, модели ракет, роботов и машин, но и продемонстрировать их в действии. Если он неправильно соберет шасси, то она поедет криво. А наша цель – модель запустить прямо, она должна сбить фишки, как на мишени, да? 10, 9, 8, 7. И чем точнее модель попадет, тем выше результат. Руководитель лаборатории авиамоделирования Сергей Фомичев для участников выбрал самую простую модель. Но у ребят задача серьезная. Если правильно собрать, то такой планер может пролететь больше 30 метров. Материалы сейчас используем пенопласт, как бы дерево, фанеру, клей, термоклей, так правильно скажем. То есть такое, что самое доступное. По итогам конкурса соревнования больше всего баллов заработали школьники из села Тальменко. Они стали лауреатами. Первое место заняли участники из Бердска, на втором – команда из деревни Бурмистрова. На третьем – ученики 4-й школы рабочего поселка Ленева.